Привет, что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Ксения Кучерова. Нарине Абгарян – российская писательница. Она стала известна после публикации автобиографической повести «Манюня», которая является новинкой книжного фонда Дворца книги, и о которой мы сегодня расскажем. «Манюня» – светлый, пропитанный солнцем и запахами южного базара и потрясающе смешной рассказ о детстве, о двух девочках-подружках – Наре и Манюне, о грозной и доброй Ба, бабушке Манюни, и о множестве родственников, которые постоянно попадают в нелепые ситуации. А в какие именно, можно узнать, только прочитав книгу, найти которую вы сможете в центре чтения Дворца книги. А вы читали Абгарян? Делитесь в комментариях.